Всем привет, с вами Чен Вова, и я нахожусь в игре Мистер Мид. Короче, два дня назад это исполнилось этому игру 4 года. Этому игре уже 4 года. А я забыл записать, потому что у меня были дела. Короче, ладно, давайте уже играть. Бежим. Блин. Фух. Убежал. И ключ. Ха. Осторожно. Ой-ой-ой. Главное мне быть осторожнее. Почему именно? Потому что я не хочу проигрывать. Так, ладно. Ага. Ой! Меня никто не видел. Я докоснулся, ёперный театр. Не могу! Я офигенно всё могу. Ты дурак? Дурак он, значит. Я же испугался, капец, ребята! Ёкарный бабай! Я же испугался очень сильно! Капец! Я же испугался, Рил! Я так испугался, что пипец! Прям! Ё-моё, ё-моё. О, кусачки. Хреновные кусачки. Я не знаю, почему я так сказал. Блин. Скрипучий стол. Ой, точнее, пол. Скрипучий пол. Готово. Ладно, тут ничего нет. Так, беру вторую часть, фрагмент этой музыкальной шкатулки. Просто представьте себе, я чуть не попался, это жесть было. Так, теперь осталось мне пойти запчасть. Последнюю. Ну, она тут где-то здесь. Думаю, что она тут, это, не так далеко прячется. Шакаляка. Ну, ладно. Блин. Тьфу, блин. Так я же испугался из-за скрипа. Да, блин, а! Иди нафиг! Иди нафиг лучше. Офигеть! Вот это... Грёбаный пол.
Офигеть, офигеть, как это у меня так получается, друзья мои. Офигеть, как это у меня так получается, друзья мои. Иди нафиг лучше. Ты шо, дурак? Ты дурак? Дурак, блин. Идь? Ой! I got you. Так, он взял шкатулку. Офигеть. Я умею рисковать каких-то других и неизвестных игр даже. Не так сильно я могу так жестко рисковать. Ну, не знаю, что дальше говорить. А? Что? Ну, она. Пум, щеколяка. Вот. Я аж испугался. Ё-моё, ё-моё. Так, 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 так. О, нет, иди ты нафиг. Что? О нет, иди ты в жопу. Получай. Офигеть. Я же испугался сильно. Ладно. Ладно. Так, беру ключ от ящика мистера Мита. Капец, как это? Как я так жестко, блин, прохожу? Ёперный театр. Не каждый человек сможет так рискнуть этой игры. Да. Все правильно, да? Ладно. Что ж. А. Стоп, стоп, это чего? Дырявое ведро. Так. Идь! Что? Ребята, это просто жесть. Так. Беру слабительное. И засовываю это в корм свинюхи, который я про него часто песенку прикольную пою. Ну, может, кто-то слышал полгода назад, а кто-то нет, но я не буду это лучше петь. А то как-то будет странно. Нет! Иди нафиг!
Иди нафиг, иди нафиг, иди нафиг, иди нафиг. Офигеть. Так, иди жри. А меня не беспокоить. Потому что я важным делом занимаюсь. Так. Ой. I got you. Офигеть. Так. Кручу, верчу. Вы наполнили ведро с красным зельем. Так. Беру заполненное ведро. Мне такие иглы. Ё-моё, ну ладно. Пасхалка тут. Нормальная. Ой! О, а вот какашка. Вот дерьмо. Иди в баню. Иди в баню, иди. Я его багую. Багнутый. Офигеть. Просто офигеть. Эй! Что? Стоп. Ой! Меня увидели. Готово. Ха! Да иди да нафиг! Да иди да нафиг! Да ну нафиг его! Да ну! Да ну его нафиг! Просто да ну нафиг! Офигеть! Я его взял и обдурил. Нормально так. Взял я его просто и обдурил. Ладно. О нет! Иди в баню! Ладно. Так, создаю конструкцию. Так, ладно. Теперь мне осталось вырубить мистера Нита. Почему именно я так говорю? Да потому что мне этом его уже поскорее надо убить. Эть! Да! Побежали, ребят. Так, беру вкусняшечку. Корзинки с яблоками. Так, что ж. О, где оно? Ты где ходишь? Ты где? А, все, вот ты где. Так, иди вот так, я буду так ходить. Отведи меня в безопасное место, где я смогу изготовить лекарство. Ой, не разбегайтесь все. Oh,
Хватит кашлять. Пожалуйста, ребят, не разбегайтесь. По-братски я прошу их. Готово. Так, а где какашка? Стоп. А, вот она. Я чуть-чуть промолчал. Так, ладно. Я помогу Чупака. Да, это и не вообще. Да, мы на изи все прошли. Да уж. Так же. Невероятно. Как это возможно? Нет! Не может быть! Я просто читаю. Я буду преследовать тебя до конца моих дней! Тебе не скрыться! Ну как-то у меня так получается. Озвучивает. Короче, ладно, давайте буду на это заканчивать. Все, подписывайтесь, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, пишите комментарии. Всем пока!